Инцидент произошел на борту самолета, который в ночь с 23 на 24 марта вылетел из Москвы в Краснодар. Примерно спустя час после полета пассажиры начали получать через AirDrop картинку с надписью «Я с ножом». Отправителем была некая Софикус. В результате у некоторых пассажиров началась паника, и они обратились к членам экипажа. Командир корабля, узнав об инциденте, принял решение вернуться в Москву. В результате лайнер приземлился в аэропорту Домодедово. После приземления на борт самолета поднялись сотрудники полиции и начали выяснять, кто рассылал картинку. Пранкером оказалась девушка по имени София, которая сидела в 10-м ряду. Сначала она отрицала свою причастность, однако затем созналась. Шутница с подругой и их друзья были сняты с рейса, а другие пассажиры были пересажены в другой самолет, сообщает блокнот «Краснодар».